Только что поймал краба вот в этом озере Тунайча. Видите, там рыбаки тоже ловят крабов. Краб, оказывается, обитает в озерах Сахалина. Ну ладно, это в качестве шутки, а так вот этого краба можно поймать буквально 800 метров вот за этим лесом. И находится Охотское море, находится океан, в котором обитают такие вот ребята. Кстати, этот краб камчатский называется, есть разные разновидности. Это мы долго разводили костер, разожгли его. Получается, сейчас мы его немножко подогреем, поджарим и будем есть. Надеюсь, вы мне верите. Если мы будем уже просто сейчас. А так, кстати, вот это озеро, смотрите, оно второе по величине на Сахалине, 174 квадратных километра. И вот видите, рыбаки, они рискуют и, в общем-то, наверное, получают удовольствие. Удовольствие или риск, вот смотрите, какой для них выбор. Какой выбор обычно вы делаете?